Прополисы для носа и горла. Отдельные композиции для взрослых и детей. Обо всем об этом слушайте программу Богдана Чугунова по пятницам в 4 вечера на волнах Дэвидсон Радио. Здравствуйте, господа, добрый вечер. Извините, отвлеку вас от международных событий. И поговорим немножко сегодня о том, о чем вы можете изменить. Это о вашем здоровье при помощи манука меда. Меня зовут Богдан Чугунов. Я не являюсь медицинским доктором. Я, можно сказать, натуропат-самоучка. Поэтому никакого лайсенса у меня нет. У меня нет никакого кабинета. Я никого никуда не приглашаю. Никого не лечу за деньги. Все мои консультации абсолютно бесплатные. Вот есть у меня такая цель в жизни, чтобы как можно больше наших людей не болела и понимала, что их здоровье и продолжительность жизни зависит исключительно от них самих. Поэтому, если у кого-то есть какие-либо вопросы о том, как прожить долго и не болея, вы можете связаться со мной после эфира по телефону 646-402-4558. Так как это у нас ток-шоу, то вы можете звонить в студию по телефону 718-303-9090, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Сегодня мы говорим про манука мед, МГО и Cyclopower, именно для тех, кто имеет несчастье иметь раковое заболевание, для тех, кто прошел через химиотерапию и лучевую терапию. Для тех, кто смотрит меня на YouTube, я сейчас показываю, как выглядит этот препарат Cyclopower, который сделан специально в капсулированном виде из манука меда МГО-400 с добавлением альфа-сайклодекстрина. Вот. А также показываю вам тот базовый мед манука Honey МГО, который вы можете купить в русскоязычных, в англоязычных аптеках, также в магазинах сети Netcos Market и во многих-многих магазинах, о которых вы можете узнать, позвонив тоже мне по номеру 646-402-4558 и спросить, в зависимости от того, где вы живете, я вам подскажу, какая аптека или какой ближайший магазин находится к вам и где вы можете это купить. Так вот, к сожалению, у меня есть тоже очень горький опыт ракового заболевания. Все мои родственники по линии мамы умерли от рака. Поэтому я хочу, чтобы как можно меньше людей сталкивались с этим заболеванием. Для этого я и рассказываю вам, каким образом можно прожить дольше, используя манука мед МГО. Что такое МГО? Это такая сертификация, которая была придумана в 2006 году, причем в Дрездене, немецким ученым, который открыл наличие метилглиоксала в именно этом конкретном меде. Метилглиоксал – это такой диетический компонент, который подавляет развитие всех инородных бадис, которые у нас находятся в нашем организме, то есть, говоря по-русски, это может быть метастазы, и делает нашу иммунную систему более сильной. Поэтому те люди, которые имеют определенные хронические заболевания, как то гастриты, колиты, у которых затрудненный стул, у которых есть непрохождение кишечника, я категорически рекомендую принимать одну чайную ложку утром и одну чайную ложку вечером. Манука мед показан для диабетиков, как это ни странно. Именно манука мед, настоящий манука мед, в котором содержится более 400 миллиграммов метилглиоксала на килограмм меда, понижает гликемический индекс. Наилучшим способом связи со мной после эфира – это послать ваш имейл на мой мобильный телефон 646-402-4558. Я вам абсолютно бесплатно в тот же или на следующий день вышлю всю информацию на русском и на английском языке о том, как принимать, с чем принимать, кому принимать. Вот появился первый звонок в эфире, постараюсь на него ответить. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у вас что, проверяют вопросы? Те,
который я задаю, а? Извините, вы звоните куда и кому? Какие... Я звоню на цену. А, я и... вот хочу, вот я слышу, он говорит... Нет-нет, извините, сейчас не программа Наксона. Программа Наксона начнется через 9 минут. А ваши родственники или знакомые, которые не могут по каким-либо причинам слушать программу Дэвидсон радио, я вам могу дать совет. Вы можете им дать мой мобильный телефон, они мне смогут текстануть свой email адрес, и я точно так же им отвечу по email о том, как принимать манукомед, что такое манукомед, все подтверждения, все лабораторные исследования. Я все вам вышлю на русском и на английском языке. Я также вам хочу сказать о том, что существуют такие натуральные препараты, как живица, которые сейчас тоже появились в аптеках. Мы привозим этот препарат из России, из Сибири. Это смола кедра, которая настоянная на облепиховом масле с добавлением прополиса и кедрового ореха. Очень целебная штука, я тоже вам вышлю, если вы хотите, на русском языке, каким образом ее можно использовать от гастритов, от артритов, наружно и принимая вовнутрь, всю полную информацию, каким образом оставаться здоровым. Прополис – это отдельный длинный разговор. Если люди помнят, те, которые меня слушали на протяжении 14 недель, начиная с прошлого года, заканчивая совсем недавно, я вам тоже расскажу, где купить, как применять. Есть разные типы прополиса. Есть зеленый бразильский прополис, есть коричневый прополис, есть красный бразильский прополис, который, кстати, очень дорогой. И, к сожалению, практически на территории США недоступен. Не думайте о том, что американские компании, которые выпускают какие-то прополисные смеси, делают его из американского прополиса. К сожалению, нет. На территории США сбор прополиса не производится. Все американские компании производят свою продукцию из китайского меда. Слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый Я день. Хотел вас поправить немножко, чтобы ухо не резало. Не звонит, а звонит. Не кедровый, а кедровый. Просто маленькое замечание. Огромное вам спасибо. Наверное, это звучит нереально, но я все же хочу, чтобы как можно больше русскоязычных людей были здоровы, жили долго и качественно, то есть не болея. Я хочу, чтобы люди понимали о том, что если вы сами за собой смотреть не будете, то никакие институты боли, никакие врачи вам никогда не помогут. Если вы 1,5 метра роста и 1,5 метра в ширину, и вы жалуетесь врачу на то, что у вас болит позвоночник, то сколько бы вы ни жаловались, врач вам ничем не поможет, пока вы не сбросите вес. Точно так же и с остальными заболеваниями. Как только вы сами возьметесь за себя, только тогда вы сможете победить то или иное заболевание. Слушаю вас, вы в эфире. Алло. Алло, да. Скажите, пожалуйста, вот я хотела спросить. Ваш телефон 1-646-442-4548. Могу ли я после... 402-4558. Окей, извините. 4... 02-45-58. Конечно, после эфира, пожалуйста, вы можете мне позвонить, мы с вами поговорим обо всем, я вам все расскажу по телефону. 402-45-58. Угу, да, спасибо, буду ждать вашего звонка. Постоянная усталость. О чем хотел бы сказать? Врачи. Моя дочь работает в госпитале помощником доктора. 12 часов в шифт. Приходила раньше, еле волокла за собой ноги, причем в emergency room. Как только она стала принимать манука мед, правда, она его принимает, размешивает с бразильской гуараной,
А она стала просто летать. И теперь благодарит о том, что она меня, что, оказывается, папа знал об этом, но никогда я не рассказывал. Торговые работники, которые вынуждены стоять у прилавка, тоже по 8, по 12 часов. Люди просто засыпают. Рекомендую. Манука мед, немножко гуараны, немножко прополиса. Все это размешать и принимать тогда, когда вы уже практически устали или вы засыпаете. Очень легко. Студенты, спортсмены, кто ходит в джим, манука мед, МЧО 400 или даже 250, чайная ложечка, и вы в норме. Как только вы попробуете это, вы сразу же увидите, как изменилась ваша жизнь. Еще раз хочу обратить внимание на то, чтобы вы покупали настоящий манука мед. Настоящий манука мед должен иметь на этикетке количество метилглиоксала в миллиграммах. Он выражается буквами MG, как мама и Джорджи, или MGO. После этого должно следовать трехзначное число. Очень похоже на золото, на пробу. Если там стоит 250, значит, вы знаете, что в этом меде, в килограмме меде, содержится 250 миллиграмм метилглиоксала. Если там стоит 550, значит, там содержится 550 миллиграмм метилглиоксала. Для тех людей, кто прошел химиотерапию или лучевую терапию, я рекомендую 550. Самый суперактивный мед. Да, он не дешевый, но жизнь того стоит. Хочу отметить, что манука мед употребляется не только вовнутрь, но и снаружи. Трофические язвы, нарывы, угревая сыпь, экзема – все лечит манука мед МГО. Иногда это похоже на неправду, иногда это похоже на чудо, но это действительно так. Не дай бог, чтобы у кого-то из вас или из ваших родственников были такие кожные заболевания. Но если вдруг они есть, и они не лечатся никакими антибиотиками, я вас категорически прошу, попробуйте настоящий манука мед. Как отличить настоящий манука мед от фейка, которого и в Бруклине, и в Нью-Йорке полным-полно? К сожалению, только образом таким. Вы звоните Богдану Чугунову, мне, по номеру 646-402-4558, и я говорю вам, какой мед является настоящий, если вы даже находитесь сейчас в магазине. Пожалуйста, все ваши вопросы ко мне до 9 вечера. Я тоже иногда люблю поспать. Много, очень много подделок. Остерегайтесь. Простуды, кашель, хронические заболевания, кишечника, гастриты, колиты, частые запоры. Все лечит манука мед с прополисом и с живицей. Иммунитет, иммунная система. Если она у вас сильная, вы проживете долго. Если она у вас слабая, к сожалению, недолго. Все консультации провожу бесплатно. Всю документацию по манука меде, по всем публикуемым достижениям во всем мире врачами, которые употребляют манука мед, пожалуйста, по имейлу тоже бесплатно. Я желаю вам, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы вы никогда не болели, чтобы вы посещали врачей только в крайних-крайних случаях, когда что-то с вами произошло. Но чтобы вы следили за собой и никогда не каялись о том, что вы не потратили лишнюю копейку на себя. С вами был Богдан Чугунов и компания Manuka Health, Новая Зеландия. До новых встреч, до свидания. Ваш иммунитет упал до нуля, что делать?